Правила безопасности на воде напомнили жителям города-подводников вилючинские инспекторы ГИМС. Профилактическую работу с населением усилили в связи с тем, что середина июля на Камчатке выдалась крайне жаркой и значительно пополнила статистику трагедий на воде. За два дня в водоемах утонули 5 человек, среди которых был один подросток. Так, в вилючинские инспекторы прошлись по излюбленным местам отдыха местных жителей, чтобы напомнить им о мерах безопасности. Примечательно, что практически везде установлены запрещенные знаки с надписью «Купаться запрещено». Однако, как отмечают в региональном МЧС, практика показывает, что они никого не останавливают. Инспекторы ГИМС добавляют, что нельзя купаться и тем более нырять в непроверенных водоемах. Также категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели людей на воде. Нельзя подплывать к близко идущим либо стоящим на якоре судам, катерам, лодкам. Если человек не умеет плавать, то ему нежелательно пользоваться надувными матрацами, камерами и досками, ведь даже слабый ветер способен унести их далеко от берега. Также одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаждение организма, поэтому купаться рекомендуется при температуре воды более 18 градусов. При этом температура воздуха должна быть от 20 градусов выше нуля.